Всем привет, дорогие друзья! Купил не то чтобы сильно нужную вещь в хозяйстве, но может пригодиться. Несколько раз в жизни точно. Это у нас вот такие вот сверла с номерами 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. То есть, ну как, они как обычные. Вот. Вставил и пошел крутить. Допустим, тебе надо 4, ты взял до четверочки рассверлил. Если надо, допустим, 12, взял полностью, просверлил. То есть, чтобы не мучиться, не отмечать диаметр, подбирать сверла, вот эта вот универсальная штука. Тут она не одна. Здесь от 3 до 12, от 4 до 20. Подходит как по металлу, так и по дереву. В общем, здесь у нас от 4 до 12 тоже. И все приходит вот в таком вот приятном кейсе. То есть мы их сюда положили с вами. И положили в наш набор к шуруповерту. И когда-нибудь да и пригодилось. В общем, ссылочка на это на все будет в описании. Мне это все дело понравилось. Были версии дороже в металлических кейсах. Но зачем переплачивать за металлический кейс, если ты это дело все равно все хранишь в таком виде. То есть сюда еще это докинул, положил и все. В общем, такие вот дела, народ. Всем пока.